Все дни я провожу за чтением священной сутры. А сейчас, когда настала осень, лунными ночами глаз не смыкаю, погруженный в чтение. Но вот что странно, как только начинаю я читать священную сутру, неподалеку от хижины слышатся звуки человеческого голоса. Если и нынешней ночью этот человек придет сюда, постараюсь узнать его имя. Неизменной сущности.
свои сомнения, свои сомнения. Кто победил, кто победил? И вполне, вполне и искренно, кто не рвался, не рвался вперед, вперед и не оставался, не оставался, не оставался позади, позади, позади. Кто победил, кто победил? Оба эти мира заблуждения, заблуждения. Тот монах покидает оба берега, как змея свою, свою изношенную кожу, кожу.
Я Будде возношу цветы и приношу молитвы, желая одного лишь тверже встать на пути великого учения. Но ты заметил меня, и теперь напрасна нерешительность. Так позволь же мне войти в твою хижину, пока роса еще лежит на травах, и помоги мне укрепиться на пути великого учения. Пусть и достойна твоя цель тверже стать на пути великого учения, но могу ли я пустить тебя в свою убогую келью, ибо ты женщина? Ты прав, монах, я женщина, но все же не посторонний человек. Здесь вся ушуй, живу я так же, как и ты, и воду мы черпаем из одного ручья, а это значит, узы прошлой жизни связали нас, пусть даже нам самим об этом ничего и неизвестно. И в хижину свою в тени ветвей пустить меня не пожалею. Дождь, и мой дом, и мощь, так с миром в хижине моей.
кто имеет сынов, тот имеет радость от сынов. Так говорит лукавый Мара. Кто имеет стада, тот имеет радость от стада, ибо зверья бытия радости людей. Но так сказал совершенный, кто имеет сынов, тот имеет и заботу от сынов. Кто имеет стада, тот имеет и заботу от стада, ибо зверье бытия причина людских забот. Поучение, постичь, едино, это право.
ибо женщина презренна мной нить ведущую нас в глубину учения раскрывать ей удается столь искусно. Отбросив